Говорю, долго ли, коротко ли, вот он, Мирский замок. Приехали, а еще нам жарко. В 30 километрах от Несвижского замка находится Мирский. Вход во внутренний двор бесплатный, в отличие от первого. Позже выяснится, что за съемку квадрокоптером нужно платить 20 рублей, но тогда мы об этом не знали. Ценители зодчества из нас невеликие, экскурсию брать не стали. Побродили по двору да около замка. В тот случай, когда коронавирус на пользу, местный турист, испугавшись, сильно поредел. Людей практически нет. Ну все, замковый день сегодня, можно сказать, состоялся. С погодой повезло, народу мало, полетать получилось. И вокруг Несвижского, вокруг вот этого Мирского. Ну и сейчас, наверное, будем двигаться в сторону Нарочи. Жене давно хотелось проверить свою камеру под водой, и проплывавший мимо уж предоставил ему такую возможность. Был ли ужик рад такому вниманию, вопрос, конечно, спорный. Но надолго задерживать мы его не стали. Камера не пострадала. Ну, вроде успокоился. Я так активно убегал. Может, устал? Что мы узнали про Нарочь? Озеро мелкое. Во всяком случае, вот около вот этого легального пляжа. Ну, вообще капец. То есть, если я сейчас встану, мне будет по пояс. Это не прикольно. Ужики плавают, это прикольно. Вот оттуда, с тех кустов, щебечут птички всякие разные. Но это и хорошо, и плохо, поскольку в связи с этими птичками, как я понял, актуальна проблема. Наличие в воде личинок паразитов, водоплавающих птиц. О чем в связи находится... На входе на пляж предупреждение, что возможно чесут козут. Короче, может потом долго что-нибудь чесаться. Ну, можно сейчас такую снять, типа зарисовку. Мы такие отъезжаем, переезжаем. Там камеру поставить, там камеру поставить. Это такой геморрой, когда ты вот так вот одет, на улице печет солнце. Поэтому мы просто поехали и поверьте нам на слово. Окей? Окей. Нарочь – озеро цивилизованного туризма, и палаточных мест на нем немного. Чтобы разбить лагерь, мы по наводке местных переехали на другое озеро, в 15 километрах от Нарочи. Обратите внимание, как сильно отличается цвет воды. В общем, утро начинается не с кофе, утро начинается с... неожиданной фотосессии. Проснулись мы от шуршания, несвойственного каждому из нас. Переглянувшись, мы похватали камеры и уткнулись объективами в нашего гостя по неволе. Он такому вниманию оказался не рад, активно и неуклюже суетился. Потом то ли устал, то ли пообвык, успокоился. Даже не прочь оказался перекусить. Выпускаем, нет? Снова сбор. В продолжение тура по водным объектам страны выезжаем в сторону Браслова. Подъехали мы вчера к Нарочи, с палаткой там оказалось не вариант. В своем случае там, где были мы, отъехали на соседнее вот такое озеро, тоже не маленькое. Ох, подождем, а то вдруг возвращаться придется. Похоже, надо идти смотреть. Ну, картина маслом.
Как так? Нога не достала. Магическим образом она у нас поднялась. Я только отвернулся, смотрю, Марина уже сама это хлоп, и она стоит. Думаю, что я пришел постоять, посмотреть. Есть вперед! Я догоню, так мне хоть возвращаться не придется. Вон нам 40 километров еще до Браслова. Заехали в деревушку, городок. Я не помню, как называется. Тут есть интересный собор, костел. Ну, по белорусским меркам интересный. Ну, сейчас мы запустим птичку и посмотрим на него сверху. Как раз батарейку досадим и пойдем в кафешку заряжаться. На Браславских озерах туристические стоянки делятся на два типа – заказные и общие. Мы остановились на маяке. Это стоянка общего типа. Для каждой группы отдыхающих здесь есть открытый столик с лавочками, кострище со скамейкой и уютная закрытая беседка. Какой закат красивый. Если кто-то захочет сюда приехать, берите с собой топор, а лучше готовые дрова. На месте можно купить только неколотые. А еще мы обнаружили небольшой лайфхак. Если на стоянку общего типа приехать попозже и уехать пораньше, то, вероятно, удастся схалявить. Сборщик подати не дежурит на стоянке постоянно, а приезжает сюда ежедневно в районе обеда. Здесь нам так понравилось, что хотелось остаться на несколько дней. Но под Витебском, в деревне Малые Люцы, в это время уже начинался первый в этом сезоне мотофестиваль, и мы спешили туда. Но в этом ролике останавливаться на самом фесте не будем. На канале есть отдельный ролик, который вышел раньше. Ссылка на него в описании. А мы едем дальше. Мы в Полоцке. Вот так выглядят наши пит-стопы. Этот вариант просто лакшери. Здесь аж 4 розетки. Обычно хорошо, если есть 2. Обычно приходится перебиваться одной. А тут просто одно. All inclusive. В общем, нужен ноутбук, коптер, пауэрбанк, камера одна, камера вторая, телефоны. В общем, часа 2 или 3 мы, наверное, заряжались, блин. Поели, короче, пока все это происходило, вот на небе что приключилось. Километров 90. Фу, попали под дождь. Решили застегнуться и дождь пропустил. А Марина заколку потеряла. Я догоню. Вот, да, не надо такой транспорт себе. Если ты не хочешь быть зависим от дождя. Дождь закончился, стало тепло, мы уже по сути высохли. Ну, немного штаны мокрые и ботинки. У меня куртка сухая. Вот, добрались мы до Ричева. И здесь карьер есть, тоже с голубенькой водичкой, все такое, но вот опасная зона,
Проезд в проход запрещен, возможно, обвалы оползней, штраф до 3 базовых. Поэтому мы не стали суетиться, подняли в небо коптер и полетели смотреть на карьер с высоты. Дрон привлек внимание скучающего охранника, и он вышел к нам пообщаться. Рассказал, что на меловых карьерах очень скользкое дно, нередки обвалы и уползни, и что несколько лет назад на соседнем неохраняемом карьере утонула девочка. По-человечески просил не лезть к воде и любоваться красотой на расстоянии. К этому призываем и мы своих зрителей. Тем более, как говорили в ролике из первой части нашего тура, что по мере приближения к воде вся ее красота исчезает, а при попытке искупаться со дна поднимается мел, и вода быстро становится мутной. В 30 километрах есть еще один меловой карьер, который прозвали Белорусской Карелией. Здесь нет охраны, чем пользуются местные, купаясь и устраивая фотосессии. Очень много комаров, если надумаете сюда приехать, учитывайте это. Так, это у нас какие карьеры? Климовические. А до этого мы были на каком, где с охранником общались? Кричевские. В общем, на Кричевский карьер большой, красивый, охраняемый. Туда соваться не советую, хоть и есть варианты, как пройти. Но не советую. А вот недалеко, километров буквально в 10-15, есть не менее красивые. Климовические, да? Это то, что называют белорусской Карелией. Мальдивы, это любые другие меловые карьеры. Нет. За счет цвета воды. А это именно называют Карелией за рельеф. За вот эти вот островочки. Думаю, такую вот. Серьезно? Просто какая ситуация произошла. Дело в том, что когда Марина спускалась, там выходил мужик. И просто уже выходя к бережочку, я подозреваю, что он просто пописил. А поэтому Марина свято верит в том, что здесь какая-то вода особенно теплая и больше нигде такой нет. Поехали. В общем-то, не писайте воду, особенно когда вы из нее выходите, потому что потом вот такие вот мечтают туда вернуться. Поехали. У нас тут фотосет. Мы скоро поедем домой. Сейчас запустим дрона, покажем человеку, как это, чего. И на этом наш трип закончится. Нам предстоит еще 3 часа, наверное, пилить до Гомеля. Последней точкой нашего тура стал город Хотинск. Мы заехали в гости к знакомому фотографу Косте, с которым провели время за разговорами про технику и жизнь. Ага, все понял. Это подъезд, внизу вверх. А, все. Сейчас смотри телефон и крути. Во-во-во. Прикол. Напоследок он нам сделал пару кадров на память, и мы отправились домой. Не, красиво. Пусть будет так. Чпоник. Прикольно. На этом заканчивается наш недельный тур по Беларуси. Впереди вас ждет небольшая инфографика маршрута. Не забываем про лайки, комменты и до встречи в следующих роликах.